Уважаемые друзья, здравствуйте. Опять идет отправка посылок у нас, продолжается. Сегодня у нас на отправку, ну, такие побольше заказы, конечно. Вот здесь сосна, 2200, я извиняюсь, в пучке по 100 штук. Вот здесь упаковка мягкая вся, там гидрогеля достаточно много, чтобы держаться по 10-14 дней. Так, ель голубая 4-ветка. Вот такая у нас красавица. Опять, вот смотрите, побег. Примерно тут около 10 почек. Опять же, вот здесь у нее почки. То есть это все будут из них идти еще одни побеги. Потом на них еще почки будут. Вот примерно думайте, как она будет расти и насколько она будет, ну, большая и крупная через пару лет. То есть растет в геометрической прогрессии. Здесь у нас можжевельник. Можжевельник виргинский. Видовой. Виргинский — это вид. Сортов очень много. У нас простой видовой. Растет как дерево. То есть на изгороди фигурки из него стричь довольно прекрасно, нормальная позиция. То есть заказы принимаем на осень и на весну 25 года. Так что, ну, сегодня мы немного заказов сделали. 3 заказа, но зато они были объемные, поэтому потрудиться пришло. Регламент у нас не поменялся. Утром выкапываем, в обед упаковываем. Вот сейчас 2 часа дня. Сейчас они упакуются, и уже к вечеру они будут доставлены в транспортную компанию СДЭК. И здесь у нас что? Туя Брабант 3-летка. Нет в наличии, она уже вся выкуплена. Так, туя книжка есть в наличии, можно заказать. Пихта 4-летка тоже уже нет в наличии. Ну, довольно хорошие, красивые саженцы. Также у них также почки очень прекрасные. По 5 почек в конце, обычно она больше не дает. Ну, здесь вот почки. Ну, прекрасные деревья. В общем, остальное все дело за вами. Как с ними ухаживать, как я рассказываю подробно на своем канале. Ну, это делаю я так. Вы как-то по-другому. Все хотят то в горшках, то как-то. Секретного секрета у меня нет. Я поливаю чисто водой и больше ничем. Поэтому поливайте, и будет вам счастье, как говорится. Ну, на этом все. Ну, что могу сказать? Подписывайтесь на наши соцсети. Сейчас видео переносятся все на Рутуб. С Ютубом проблемы. Ну, то ли закроют, то ли не закроют, но на всякий случай. Телеграм у нас работает довольно хорошо. Сейчас начал развиваться канал наш. Поэтому подписывайтесь. Там будут главные новости, новые видео по-любому. Ну что, вы были на канале питомника «Хвойный дворик». И с вами был Евгений Филимонов. Всего доброго.